Такие милые тапочки завезли. Летние, 99 рублей. Что вам надо помочь найти? Смотрите, какие оригинальные коврики. Коврик преддверный. 50 на 80 сантиметров стоит 199 рублей. Кстати, ковриков здесь тоже большой выбор. Есть на прорезиненной основе, есть классические ковры. Можно выбрать, какие вам захочется. Ой, какие ажурные носочки. Одна пара, 50 рублей. Черный, ажурный. Ух, какие классные. Пришли пляжные мужские тапки. Так, вот. Смотрите, какие классные они. Стоят 199 рублей. Ну, здорово. Размеры тут разные. Они есть в синем варианте и в черном. И также вот, смотрите, по 99 рублей вот таким вот задничком. Шортики на мальчика есть. Маечки. Кстати, завезли костюмы женские по 199 рублей. Мы сейчас развернем, посмотрим. Ой, нет, это не костюм, это футболки мужские. Женские футболки вот с таким вот интересным рисунком летним. Стоит 199 рублей. Состав хлопок, сделано в Кыргызстане. По цвету они, посмотрите, здесь розовые, голубого цвета, белые, с интересным рисуночком. Рисуночки, кстати, разные здесь. Нашла вот я женский костюм. Посмотрите, здесь вот такие вот бретелечки. Все обработано бейкой этой же ткани. И к ним, к этой маечке, идут шортики. Шортики обработаны тоже, посмотрите, бейкой. Вот шортики мы развернем, наверное, вот этим вот, этой стороной. Вот они, шортики. Здесь есть кармашки небольшие. Вот стоит такой костюмчик. Маечка и шортики. 199 рублей. Произведено в Кыргызстане. А также есть в наличии хлопчатобумажные бриджи женские. Стоят они тоже 199 рублей. Здесь есть кармашек на резиночке. Ну, 100% хлопок. Вот такой веселый рисуночек. Комбинезон женский. Он еще в наличии есть. Посмотрите, расцветки у нас остались черные и голубые. Я уже их показывала, они были. Посмотрите, вот 42 размер этот, очень тянется. Состав 95% полиэстер и 5% эластан. Для детей огромный выбор. Вот для девочек леггинсы детские. Они интересны, с интересным идут рисунком вот под джинсики. Стоит 99 рублей. Также есть вот такие веселые с рисунком, вот посмотрите, с котятами. Шортики. То есть здесь огромный выбор для деток одежды. Тоже можно подобрать. Панамки детские 50 рублей. Вот такие веселые. А еще из новиночек появился вот такой вот веселый летний сарафанчик. На тоненьких бретельках. Здесь вот такая резиночка. Состав полиэстер и эластан. Такие вот веселые сарафанчики. По цвету есть сарафанчики вот такого вот еще вида. Ну, яркие, нарядные, красивые.
завезли к нам сарафанчики. Купальники у нас еще есть в продаже по 199 рублей. Таня. Такое вот платье по 199 рублей. Веселенькая расцветка с большой лентой. Вот из новиночек завезли такие нарядные веселые летние платья. Смотрите, рисунок здесь подсолнухи. Все обработано аккуратно бейкой. Произведено в России. Стоит 199 рублей. 100% хлопок. Такой вот сарафанчик. Кстати, расцветки там разнообразные. Можно выбрать такой, какой вам нравится. А еще завезли вот такие веселые тунички женские. Здесь состав полиэстер 95% и 5% эластана. Они по цвету тоже здесь можно разнообразные. С зеленым оттенком и розовым цвете, и фиолетовым, и голубым можно подобрать цвете. А еще из новиночек завезли вот такие вот коврики. Коврики 100 на 60 сантиметров. Они такие, ну, такие мягкие. По 99 рублей. Они как плетеные. Состав полипропилен, нетканный материал. По цвету можно выбрать тоже разный. Вот батончик, рулончик. Коробки складные вот с такими разноцветными пайетками. 199 рублей. 30 на 30, точно такой куб на 30 сантиметров. А еще есть коврик 90 на 180 сантиметров. Состав полипропилен и фольга. Вот они здесь веселые детские. Вот для дома, у кого прохладный пол, пригодится такая, такой коврик. А еще есть вот такие вешалки, два крючка, 21 на 9 сантиметров, стоит 77 рублей. Они по цвету вот такие розовенькие бабочки есть. И вот такие вот зелененькие на розовом. Это те, кто любит вышивать лентами. Такие наборчики. Веселые полотенца вот такие вот махровые по 199 рублей. Есть с рисунком. Размеры разные. 70 на 110 есть, 45 на 65. И цена 199 рублей. Полотенце из микрофибры. Такое веселенькое, 50 рублей. По 77 рублей вот такие вот с ромашками. Они круглые, веселенькие тоже. Еще одна интересная новинка – это держатель для телефона. Легкий, компактный, раздвигается до 20 сантиметров, подходит для большинства смартфонов и удобно держать в руках. 77 рублей стоит. Посмотрите, какой увеличитель. Увеличительное стекло с подсветкой оно. Здесь нужны две батарейки, которые в комплект не входят. Стоит такое стекло увеличительное 99 рублей. Оно еще и подсвечивается. Конечно, сейчас так все мелко пишут. А есть они желтенького цвета, вижу, и черного, и зелененького. Вот. Из новиночек есть вот такой увлажнитель воздуха с подсветкой. Устраняет сухость воздуха в небольшом помещении. А здесь USB кабель, длина кабеля 100 сантиметров. Есть по цвету в таком вот розовом цвете. И в голубом, и в белом. Такой вот увлажнитель воздуха. Новиночки из канцелярских товаров. Это набор шариковых ручек. Посмотрите, 77 рублей, 20 штук. Синие чернила. Вот такой огромный наборчик ручек. А также есть набор ручек шариковых, автоматические. Синий стержень стоит 55 рублей. Такой набор есть по 77 рублей. Удлиненные шариковые ручки. 77 рублей. То есть вот огромный выбор новых наборчиков.
Здесь и гелевые ручки, и шариковые ручки. Набор декоративных ручек. Вот по 55 рублей шариковые ручки, синие чернила. Стоит 55 рублей. Такая интересная упаковочка. Набор простых карандашей, 12 штук. 55 рублей. Дерево графит. Произведено в Китае. Хочу показать еще одну из новиночек. Это гель для умывания «Зеленая аптека». 270 миллилитров. 99 рублей стоит. Здесь, посмотрите, шалфей и виноградное масло в состав входит для кожи, склонной к высыпанию. Здесь написано, что без парабенов и красителей. И что удобно, здесь вот есть вот такой дозатор. А также нежный гель для умывания, алоэ и масло льна для чувствительной сухой кожи. Из этой же серии вот два таких вида. В прошлый раз я прошла мимо вот этого масла для загара, активатор загара. Здесь входит в состав масло кокоса и экстракт манго. Стоит 99 рублей. Объем 135 миллилитров. Копилка для пищевых крышек. Вот кто копит такие крышечки, интересная вот такая вот идея, как их сохранить и повесить. Украсть тем самым дизайн комнаты. Для фотографий интересные вот такие есть наборы по 199 рублей. Вот такая рамочка. Ой, смотрите, какой интересный светильник. Детскую комнату. 199 рублей. Они есть разные по форме. А еще из новиночек появились вот такие часы. Они с маятником. То есть вот этот вот ключик, это и есть маятник. Часы с маятником, произведено в России, сделано в России. Стоят они 199 рублей. Кстати, посмотрите, какие оригинальные рисунки. Здесь в виде вот такого воздушного шара. Здесь маятник, уже будет корзинка в виде домика. То есть можно выбрать любой вариант, какой вам понравится. А еще есть вот такие вот часики. Круглые, тоже 199 рублей. Но часы здесь любые, вот какие вам приглянулись, они все по 199 рублей. Вот такие вот замечательные надписи по 199 рублей, которые будут светиться в темноте. Давайте посмотрим, какие появились средства для волос. Это вот густое масло для волос, крапивное, для всех типов волос подойдет. Восстановление и защита с эффектом кератинового выпрямления. Стоит 55 рублей. Вот такие вот ведерки. А, кстати, здесь ассортимент огромный. В этот раз завезли нам. Вот есть еще горчичное для сухих типов волос. Экстремальный объем и блеск с эффектом глазирования волос. Так, один вариант. И сейчас смотрим вот еще вариант. Это густое масло перцевое для всех типов волос. Стимулирует рост волос. Эффектов мезотерапия. С можжевельником и комплексом витаминов. То есть это вот что новенькое появилось у нас по уходу за волосами. Для лица питательная розовая алтайская глина для лица и тела и волос. Тоже посмотрите, очищающая,
глина, то есть здесь несколько вариантов. Есть изумрудная сибирская, питательная розовая алтайская, омолаживающая белая валдайская. Тоже можно подобрать разные виды, и они имеют различный эффект. А также есть крабы. Вот с виноградной косточкой. Так, скраб для тела. Интенсивный вход виноградно-сахарный для упругости. С маслом миндаля и соком клюквы. Такой цвет красивый, конечно. Вот их нужно иметь несколько видов разных, потому что они имеют различный эффект.